Ну да. Ну, заходим. Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Приморскому краю пресечена противоправная деятельность коммерческой организации, которая реализовывала фальсифицированную пищевую продукцию. Полицейскими установлено, что злоумышленники производили и хранили в складских помещениях рыбные консервы, якобы изготовленные из Тихоокеанской сайры. На самом деле в них находилась более дешевая рыба иваси. Оперативники из незаконного оборота изъяли 18 тысяч жестяных банок общей стоимостью свыше 2,5 миллионов рублей. Проведенное исследование подтвердило подмену сырья. Трое подозреваемых задержаны. Следователям следственной части Следственного управления УМВД России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 171 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации.